Кинокомпания New Line Cinema представляет фильм. Дамы и господа, моем здрасте. Мы продолжаем съемки нашего мексиканского телесериала под названием «Народная солянка. Объединенный ПАК 2.1». И сегодняшнее наше ток-шоу начинается из заповедника под названием «Деревня кровососов». Тут мы прибыли найти какого-то перца. Не, брат, ты выбачай, что ты сейчас... Ты чё, Саня Спорщик, не хочет базарить. Кто-то здесь у нас знает. А чели, который... А, вот, наверное, чё, вот этот вот гаврик. Так, ты... А, скромного нам надо найти. Во, я и забыл совсем. Здорово, мужик, где скромного найти, не знаешь? Ой, слышь, мужик, есть выпить что? Не могу, голова после вчерашнего. Погодь, ча принесу. Неси три, у меня тут кореш где-то. Уэк. Да ладно, на, вот, держи. Не-не, у меня руки дрожат, наливай сам. Налил? Ну, запавший. Слушай, братишка, мне скромный нужен. Да погоди ты, давай еще. Вот пошла, родимая. Давай еще по одной. Слушай, не, я пас, дела, брат, не ждут. Ну давай за скромного. Он парень, знаешь какой, да я за него кому хошь. Ну все, последнюю давай. О, вот сейчас само то. Ты меня про скромного спрашивал? Вот малость того, свихнулся. Мы тут вчера чуток на грудь приняли. Ну, значит, сидим, тепло, хорошо. На небе звездочки, вдруг он скакивает и говорит: «Вылазь, сука, кому говорю, вылазь! Я тебя, дескать, вижу и все такое!» Ага, и пальцем туда показывает вглубь деревни. Ну, я смотрю, нет там никого. Я говорю: «Сядь, Колян, успокойся! Нет там ни души! На, вот еще малость осталась!» Ну, он сначала вроде как присесть решил, а потом вдруг рванул и туда. Все, больше я его не видел. А меня сморило, ну и отрубился я. Так что, если жив скромный, ищи его в деревне. Ёп, Макарёк. Одну кровососину уже засосало. Вернее, одного кровососина уже шатало. Ну, который завести хотел трактор. Сейчас здесь еще бюреры, я пухой, в тупляну нафиг. А где этого скромного-то искать? Вот это, ребята, прихватило, ё-моё. Ой, ёлки, еще и бюрер где-то здесь. Так, а вон он. Ах ты ж скотина, нах, нифига он колпашит, смотрите. Блин, надо его в окно, наверное, достать. Блин, да так его нельзя, нихера. Блин, ё-моё. Вот это меня накрыло медным тазом. Надо патроны поменять, что-то не то. Где-то скромного долбака искать. Давай ты быстрее перезаряжайся уже. Ё-моё, сейчас мы его объебем. Говорится, наеби прохожего на себя похожего. Так, где ты там, скотиняк? А, вот он. О, есть, нифига себе. Бюргеры какие злые пошли. А, смотрите, что творится. Так, а тут кто орёт? Э, ты, подлый трус. Выходи. Ой, ещё тайник имеется у нас здесь. А, нифига себе. Вот это да, напугал. Котеняка жадная. Так, а ты чё орёшь, бегаешь? Всё, с такого ствола, ребята, вам всем хана. Давайте пойдем тайничок проверим сначала. Скромного нет, а вон два трупака. Ох ты! Ты чё тут некрасивый такой ходишь? Подсекаешь тут за мной. Так, что за тайник где-то? А чё он не это самое? Не наводится прицел, что ли? А, во. Ох ты, что два мозга контролера? Для Лукаша. Почему Лукаш не берет мозги? Хрен понять, короче говоря, квест сработал. А Лукаш не берет мозги. Так, и где этот кекс? Ага, вот кто-то есть. А, вот она. Так я пьяный, брата, ты тоже пьяный, что ли? Че лежишь-то, а? Держи аптечку. Так, давай похмелимся, брата. Кто тебя так-то, а? Кто не знает, но вот из-за кого догадываюсь. А, человека еще одного, раби кличут. Да я бы тоже хотел знать, где он гнида. Мы его с гамбитом. Ох ты ж, ёпта-палки. Что это такое тут? Эй, я не понял. Вы что это, ребята, а? Посранцы нафиг. Так, где еще? Скотина, ёлки-моталки. Где еще одна скотина? А что ты стреляешь-то, а? Мне похер.
Так, не убили там моего гаврика? Не живой. Че, мы с тобой еще не добазарили? Эй, куда попер? Тьфу, смотрите, кто? Кровосос. Ё-моё. Офигеть, он сохранится. Какой-то невидимый. О, красный, смотрите, какой-то красный. Ё-моё, блин, надо было мне костюмчик переодеть. Нифига я в него сейчас садил только что. А ему похер. О, хромает вроде, кажется. Ага, хромает, нихера он не хромает. Надо куда-то на трактор залазить, короче говоря, ребята, полно попадалово. Так, где ты там? Ты шустрый, падла. На тебе. Так, держи, пошли гранату. Ты, главное, моего там чубрика не завали. Куда убежал? Красный какой-то, смотрите, это, наверное, с красной книги кровососа. Так, додился. Он, наверное, опять на свое место убежал. Не, а ни хрена нету. А, вот здесь живое место. А вот он точно стоит. Так, а мы тебя наебем. А мы тебя снова обманем. Вот, так и будем бегать. Придурок. Ты же не смогешь. Эй-эй-эй, блин. Ни хрена себе, смотрите, ребята, что творит нафиг, а? Вот это да. Ботина, я тебе сейчас кровь пущу нафиг. Ай-яй-яй, зацепил. Котиняка нахрен. Вот это да, вот это... Вот это буйвол. Смотрите, адский кровосос. Вот это да. Адский кровосос. Ни хрена себе. Так, а это кто такие были? Что-то напали на меня нафиг. Нифига себе. С трех сторон заспавнились. Гады. А, это мстители. Илюха Батон. Так, а у вас карт нету случайно, мстители? Мстители, засранцы, ё-моё. Ни финты себе. Вот это да. Вот это был приколдос. Вот это... Так, короче говоря, надо почитать, что у нас там. Что у нас там за разговор-то был? Что-то я так толком и не понял. Ага. Человек еще одного, рабик пишет. Да я бы тоже хотел знать, где он, гнида. Мы его с гамбитом до барьера довели. И он нам типа, спасибо, ребят, дальше сам. Ага, сам. Ты скажи, если человек, кто за барьер в одиночку ходит? Сука он, и нашим, и вашим. Его там отморозки эти наверняка ждали. Думаю, он в сторону Припяти рванул. У этих фанатиков штаб там. Так что ищи его в Припяти. Так, ну тут про артефакты ничего интересного. Вот же ёшкин свет, а. Ох ты ж, ещё бюрер же, блин, да ё-моё. Нас отсюда, по-моему, свалишь, что там патронов мало. Где там бюрер? А, вон он берет. Ну и тебя сейчас, походу, давай приласкаем, братишка. Есть контакт, быстренько уделал. Что у нас по планам, ребят? По планам у нас план. Есть у нас план, мистер Фикс. Есть у нас план. У нас целых три плана. Так, мы сейчас пойдем, наверное, к дезертиру. Точно, да, на Агропром. Я же совсем забыл, что нас к дезертиру направили. А в Припять я не пойду. Ну и в баню. В Припять пока еще рановато. Пришлось, ребята, короче, до Сахарова переться. Не, я чуть-чуть с собой прихватил это маленькую тележечку со всякими лапами от косолапых чубриков. Так, давай поторгуем. У меня не хватает 150 тысяч денег для Лукаша, блин. Я знаю, у тебя бабла километр. Так, что ты, бюреры принимаешь? Ох ты ж, по 700, смотрите, по 4320. Офигеть. Ну-ка, псевдогигантов. О, нет, бюрер, одну оставим. Я с собой таскаю на этот, как его там, пиародар. Во, у меня рукав контролеров аж на 40 штук. Так что не говорите, ребята, что я тут без дела взял себе спавнером, заспавнил. Неинтересно со спавнером играть. Спавнером, может быть, патронов, когда в безвыходной ситуации там заспавнить. А так вот бегаем, бегаем тут, всяких щупальцев хватаем. О, 50 тысяч уже. Есть.
Так, вот сейчас библиотекарей продам. Хе-хе-хе, будет классно. Так, 58. Я еще артефакты с тобой вон дособирал. Короче, все с кордона. Там у меня полный рюкзак нафиг был всякого хлама. Надо было его освободить. Так, ладно, 58 есть, есть. Контакт. 300 будем набирать, чтобы Гавар нас не похерил. Все бабки. 300 хватит. Это что, сердце ротана, блин, не часто попадается, но все равно попадаются, они и на этом есть, в темной долине, так что нафиг, какие библиотекари, опа, 5000, смотрите, у меня 14 штук тоже на 50 косарей, ха-ха-ха, даже на 60, наверное. Так, 76 тысяч еще, 283 уже, о, так я зря столько тащил с собой, ё-моё, надо вот этих вот копыт кабана избавляться, во. Рука зомби, я не знаю, надо кому-нибудь, не надо будет. Рука чумного зомби тоже оставим. Вот это карлик. Блин, карлики тоже не часто попадаются. Вот эти есть здесь всегда. Тушканчики на кордоне есть. Рука, рук когтя смерти. Так, а сколько мне еще надо? 17 тысяч. Давайте два продадим нафиг. Во, 300 штук ровно. А, блин, мне еще же надо гранаты под ствола покупать. О, кровососина. Тоже сдадим нафиг. Все тут за руку за нос. Вот это сдадим. Вот это нафиг все. Все продаем. Короче, весь хлам мне нужен. Блин, вороны. Вороны, ладно, оставим пока. Продадим повару. Что-то я забыл про него совсем. Так, вот это лунный свет, не знаю, нужен кому-то будет. А, вот эти вроде бы... О, короче, бенгальский огонь вроде бы. Ну-ка, 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 сейчас посмотрим, чем он у нас тут бартером занимается же. Есть что-нибудь интересное? А, нет, это не то. Снаряжение. Так, боеприпасы, давай. Комбинезон, патроны к дробовику возьму. Так, за что дает патроны? Мы имеем патрон к дробовику трех видов и готовы предложить вам за артефакт бенгальский огонь. Конечно, сейчас я тебе в хлам этих бенгальских огней надаю. Так, Жикан, это кто у нас такой? Нафиг он нужен? Че, я Жикан взял? Ну ладно, хрен с ним, тоже немножечко убойный. Пойдет, две пачки. Давай еще. А, нет, не то. Зачем мне для поддержания жизни? Вообще мне научные аптечки нафиг не нужны. Так, торгуем? Давай это, снаряжение, боеприпасы, во. Патроны к дробовику возьму. Так, обычной дроби. Жикан, дротик. Блин, нафиг дротик нужен? Сколько он мне дает? Ого, 5 пачек дроби. Охренеть, 50 патронов. О, я это бенгальских огней с собой хорошо 6 штук зацепил. Давай еще патроны к дробовику. У меня обычно это самое. Сейчас скоро уже в этот надо будет идти. Так. Не хочет он разговаривать у нас, пока мы ему не принесем сумочку. Хрен с тобой. Гаусс, винтовка вообще что-то мне не понравилось. Я попробовал ее. Настрой площадки. Не, какое-то это самое. Я думал, она этих убийственных, короче говоря, будет вшатывать по полной программе. Ни хрена. Так что, ну ее в баню. Так, не буду я патроны покупать. У меня есть патроны на нее. Да, ее таскать даже неохота. Так. Почему, блин, картечи нету, а? Что, не могли сделать, что ли? Давай, еще... патронов дробовику отсыпь мне. Все, короче говоря. Так, что у нас с баблом? Артефакты, бабло. Так, 322 тысячи. Так, сейчас еще надо наторговать. Короче, сбавляемся от всего нафиг. Пустышка тоже нафиг надо. Одну можно продать. Так, щупальцы. Железа паука. Блин, тараканов всяких понасобирал. Как тебя смерти продадим. Нафиг вот эти вот кровь камня. Если надо, еще насобираем потом. Выверты всякие. Так, лунный свет стоит 4500 денег. Короче, что я мучаюсь вообще, я не понимаю. А, вот эти счета. Продаем все, короче, чумных зомби. Я там оставил, в принципе, у себя же в рюкзаке. У меня там еще есть. Это не все было, что я с собой засобирал.
Так, и что у нас по баблу получается? Так, два мозга-контролера. Блин, я не буду продавать мозги-контролера. 56 тысяч, все, хватает, короче говоря. Все, пошел в баню. Блин, еще бы живое сердце у него за 300 штук прикупить. Ну, что-то мне сейчас баблишко жалковато. Не, не буду. Что это? Отсяка две у меня карты. Нафиг я вторую покупал. Усяка только бабло потратил. Так, арлик. Все, кажи, сейчас на свалке вот этими затарюсь. Там по 1500, а у меня денег останется 79. О-хо-хо-хо-хо, 50 можно прикупить. Все, отлично. Так, круглик, у тебя нет никаких заказов? Так, что за работа-то? Джокер. Да где этот Джокер взять-то? Хрен. Что-то вроде бы не попадался. Надо тайники коллекционера эти шмонать, и тайники кости. О, пойдем за травой, ребят. Траву, как вы говорите, я ж траву-то люблю. Кстати, я ее не курю. Ну, не, ну если предложат, то почему бы и нет. Ладно, короче говоря, не будем секреты выдавать. Не хватало из припасов, ребята, 10 батонов колбасы, пришлось кулинару и бармену сходить, елки. Их подзакупиться, малеха. Ладно, им. А, кстати, дезертиру надо 10 батонов, 10 колбасы и 10 консервов. Во, здравствуй, смельчак. Говорят, траву косишь? Да кому какое дело, братан? Да ладно, не возникай. Я тут тебе жратвы принес. Абсолютно здоровая пища. У тебя шерсть на хавчик пробивает-то. Ху-ху, серьезно? Хоть человеком себя почувствую. А то как собака. Если травой интересуешься, вон мешок. Прямо напротив входа лежит. Сохнет. Можно тебя попросить? Так, а что ты хочешь-то? Нас на убой послали, поэтому я и смотался, чтобы вернуться на большую землю, доказать это. Мне нужен приказ, который нам тогда дали. По моим сведениям, все приказы хранились в металлическом сейфе. Капитан держал его на втором этаже комплекса. Не видел? Если бы ты раздобыл эту папку с приказами, то я слинял бы отсюда. В качестве благодарности могу предложить очень редкий артефакт – рубиновую батарейку. Ну как? Блин, а где ты раньше был с своими рубиновыми батарейками? Ладно, в принципе, недалеко. Да там я уже всех и положил. Попробовать можно. Надеюсь, что не заспавнится у нас, а там еще куча гавриков на этом не идут. Достал. Так, где мешок? Мешок где лежит? Я не понял. Где напротив входа, ты говоришь, мешок? Куда мешок дели? Я не понял. Или что? Или мешок потом будет? А, во, мешок. Вот за так, ё-моё. Вот так. План нашли. Так, ну-ка, ну-ка. Собак, прячемся. Ну-ка, и что тут у нас? Нифига себе, 20 килограмм. Куда ему обосвить сапоги? Вы чё, ребята, вы же там все сдохнете от этого. От жажды нафиг, уж сушняк пробьет. Так, сколько времени? 20.58. Блин, ты со своим приказом этим долбаным нафиг, как вот его туда выкрасть? Сейчас еще там Шерстюк спать придет, надо самим поспать до утра, а потом идти штурмовать базу. Ребята, там полная засада опять, блин. Задолбали нафиг. Опять вояки появились. Я же только недавно защищал местность. Ой, елки-моталки, кто стреляет там? Ага, вон. Сакон лупят, что ли? Откуда там лупят? Да где ты там стреляешь? Это непонятно. Лупят откуда? С крыши, что ли? А? Нифига не с крыши. Не вижу. Где я, гаврики? А, вон, с каким. А, вот. Рядом подошел совсем. Нет, это там. А, мне показалось. Так, что там, где? Гаврюша, патронов у тебя не хватило. Сейчас мы будем из горочки будем потихонечку строить в ряд. То шагает дружно в ряд, пионерский наш отряд. Блин, еще там, а ёлки-палки, поезд стороной. Блять, полный пипец. Так, один готов, ты тоже спать. Офигеть, да там целая, там опять снова бригада в ухо, ёлки, ребята. Короче, это полный жестяк, все. Сейчас придется потихонечку их на говно изводить. Блин, сейчас все здесь надо. О, вылезли, смотрите. Так, спать, родной. Спать. Куда ты там обходишь? Что ты стреляешь, ё-моё, Вы чё, ребята? Офигели совсем нафиг.
Ай-яй-яй-яй-яй. Меня видят здесь со всех сторон нафиг. Надо было, наверное, с другой стороны обойти. Блин, как взять крепость эту неприступную, а? Так, там все сидит. Блин, ё-моё. Вы же бронебойные собаки. О, готов. Готов. Хе-хе-хе, готов. Ты что-то упишешь. Так, откуда стреляешь? Блин, ты еще там. Блин, задолбали, бронебойных понасували. Как играть-то, а? Э, придурки, вы чё? Есть, хоть это уходит. О, ты еще прибежал, блин. Спаситель ты наш, нафиг. Тебя еще не хватало, ты откуда взялся здесь? Ой, сейчас собаки, блин. Короче говоря, всего три в одном. Всего в одном флаконе. Так. Все, избавился. Где-то еще одна собака бегает. Да, вот она. Ладно, у тебя патронов не жалко. Хрен с тобой, не будем турель ставить. Что-то крепость какая-то неприступная. Так, где? Где? Где в Караганде? Где еще? Так, где? Куда делись? Ага, там ходят. Сейчас будем... Займем такой сектор, чтобы обстрел был хорош. И чё? Куда делись? Получи, говорит, скотина. Гранату, что ли, хочет кинуть? Я не понял, откуда он хочет кинуть ее. Двое еще есть. Ага, о, обходит стороной. А, вон они, суки. Так, один гранату кинул. Убегаю. Так, ну так хорошо было мышка у меня. О, а ты что? Хотела. Ой, елки-палки, они с той стороны поперли. Ребята, короче, пиздец. Там двое. Еще вон один. Бежал. Короче, надо какую-то, я не знаю, позицию какую занимать. Охренеть. Так, с какой стороны-то их обойти? Блин, вон там вот этот мешается. Бронебойный. Черт побери, а. Ну-ка, ну-ка. Ага, есть. А, один спрятался. Сучара, где? Ушел, не ушел? Так, это у нас Шерстюк там стоит. А, вон он ходит. Катина ты такая, а. О, готов, наконец-то. Этого пойду. Так, еще один готов. Ох, ты это кто там такой, блин? Как они быстро передвигаются-то, а, ребята? Посмотрите. Это же, блин, уму непостижимо вообще. Так, где ты там? О, бегает. Ай. А, это тут и есть. Так, отсюда я его должен снять, скажи, снял. Никто не снял. Чё, блядь? Скотиняка. На тебе борщ. С калашами против меня. Офигеть, нафиг. Короче, лупят по... Вот он, гранатометчик, падла. Так, а гранатомет-то у тебя живой, не живой? Короче, убитая хрень, блин. Почему у них у всех оружие убитое? Постоянно. Так, двое, трое. Порвёшь. Сегодня не твой день. Сегодня... Сегодня ты загорать идешь. Так, еще двое. Так, надо здесь оружие для ближнего боя взять. Сейчас пока перезаряжают, нафиг будет мне сейчас тут карендекс. Пойдет. Сейф у нас на втором этаже стоит. Крадусь, как мышь, блядь. Даже боюсь любого шороха. Вот эти вот перестрелки здесь, сколько я их здесь уже положил, нафиг. Гавриков этих. Сейчас еще, наверное, заспавнится, как только я украду. Вертолет какой-нибудь опять прилетит. А, вот он сейф. Да я тут уже 100 раз был. А, во, именно винтореж надо забрать. Отлично. Папка с документами. Все забрал. Короче, сваливаем отсюда. Пока еще сюда не прилетела парочка вертолетов, ну его в баню. Конечно же, меченый лопух, но приказ при нем. Что при делать? Нем, дезертир, что при делать? Нем. Ты понял, при нем. Привет, солдатик, есть новости. Что, все плохо? Да наоборот, все хорошо. С такой-то ношей, конечно, все хорошо. Нашел я эти приказы, на, держи. Ох ты ж, по гроб жизни благодарен буду. Вот и тебе подарочек, думаю, пригодится. Больше не свидимся, прощай. О, ну слава тебе, Господи, что ты меня еще никуда не это сам. Не отправляешь. Не свидимся. А что ты? Может, ты это? К братцам тебя отправить? Точно не свидимся. Забрать у тебя этот приказ.
Так, а что теперь? Ха-ха, теперь же нам надо это на агропром шуровать. Ой, на агропром. Фу ты, ёлки-палки. На армейские склады. Все, а наша при нем, ребята, при нем. Ну чё, скряга, заждался, да? Привет, наркобарон, держи свой план. Какой план тебе, скряга? Я тебе ничего не отдам. Пошел ты в баню, короче говоря, знаешь почему? А потому что сегодня все курят бамбук, кто не поставил лайк. Вот так. Так что и Лукаш курит бамбук, и Сушуру курит бамбук, и все курят бамбук. Один я не курю бамбук. А, ты поставил лайк? Тогда держи свой план. Как травка вставляет? Да сам попробуй, я не хочу подопытной крысой становиться. Ладно, ладно, попробуем, забирай свой рецепт. Говорил еще рецепт. Так, здравствуй, наркоша, как трава? Трава, блин, улет меченый. Курили мы с Максом и поваром травки. И открылась нам чакра. Оказывается, можно телепорт настроить туда, куда нужно. О, вот это да, вот докурились. Бросали бы вы это дело. Да ты не гони, без балды. Пробовал я, к сидору смотался и обратно. За полчаса обернулся. Мне как раз на кордон бы по-быстрому. Так, просто так даже кошки не родятся. Принеси мне 7 когтей химеры. Тогда и поговорим. А почему 7-то? Да ты чё, с дуба рухнул? 7 магическое число. Блин, ну если магическое, попробую набрать. Офигеть, ты чё, братан, какие 7 когтей? Я только что их продал. Так запарили, что уже совсем. Сами по-человечески. Ты говорил, еще рецепты есть? Ну-ка, есть, тут небольшое дело. От осведомленных людей у меня есть информация. Группа молодых ученых в лаборатории под закрытым научным городком работала с артефактом булыжник. Исследовала применимость его антигравитационных свойств. Работа не закончена, причины неизвестны. Но два экспериментальных образца с эффектом антигравитации все же существуют. Их доставили на военную базу на агропроме для испытаний. Но, как обычно бывает у военных, про эти костюмы никто и не вспомнил. Закинули на чердак и забыли. Возьмешься их выкрасть? Ха, интересно, обязательно посмотрю, что же это. Да я-то уже их выкрал, они у меня лежат в скроне на кордоне. Опять мне туда шуровать. А, я же хотел к осведомителю зайти еще. Короче говоря, ребята, у нас тут другой теперь. Один план мы отдали скряге, теперь у нас план еще антигравитационные костюмы ему надыбать. Хрен на него. Так, Лукаш, я тебе 300 тысяч денег надыбал. Hello, начальник, получай свою, вернее, контролера мозги и количество 2 штук. Вот это да, добыл, надеюсь, там было больше экземпляров. Ты не 3 принес? Да нет, я 5 принес. Ну, 5 это не 3, только 2, как заказывал, забирай. И вот, вернее, уже твои 300 тысяч косарей. Ага, рецепт на титановый колобок. Получен предмет, младший брат гиганта. Ладно, спасибо, надеюсь, что ты не повредил товар и не откусил пару кусков. Вижу, что нет. На некрофила, судя по выражению твоей физиономии, ты не похож. А зря. На свою бы посмотрел физиономию. У этого мозга очень тонкий вкус и изысканный аромат. Эй, да постой! Куда ты? Возьми хоть вознаграждение. Вот артефакт редкий, рецепт мезомодификата, найденный у убитого недавно наемника. Да, и еще в качестве благодарности рядом с монолитом, что в саркофаге, найдешь ручные телепорты главарей монолита и броньку маскировочную. По слухам, все это оставил стрелок, один из немногих, кто добрался до монолита. Но это только слухи. О, вот это босячий подгон. Так, и что, и все, что ли? Тьфу ты, ну ты, ё-моё. Ищешь кого? А, ну до кордона-то тут же рукой подать, ребята, у меня же тут все свои люди нафиг, елки-палки, все схвачено, за все заплачено. Сейчас мы тут раз только и в темную долину, а там уже через свалочку и кордончик. Все, ништяк, быстро одна нога там, другая здесь. Метнулись по Бырику и притащили ему антигравитационные костюмы. Ребята, короче говоря, что-то мешок с планом пока нес, у меня плохо действует это все, короче говоря, совсем забыл, память короткая. Я же антигравитационные костюмы-то сложил-то назад, так что придется нам их и по второму кругу забрать. Ну, думаю, сложу потом, мало ли, какой-нибудь квест на них.
будет еще. Ай-яй-яй-яй-яй, какой же я все-таки лопух. А маскировочный экзоскелет при нем, а антигравитационный костюм тоже при нем. Блин, что-то это самое. Как-то здесь не особо так ходится. А, во, все, пропрыгало что-то. Полный присед здесь, кстати, в этой модификации, что-то не отвечает своим стандартам. Не лазит он под ветками. Короче говоря, мы, ребята, с вами, что я показал вам, вот на Агропроме, где НИИ. Вот она, эта крыша. Ну, где мы Бейлис находили. Помните вы все. Бейлис. У меня будет отдельное видео, ребята. Так что я его пока не указываю где. Ну, короче, в этом здании найдете сами. Вот они. Весит по 13 килограмм. Аккумулятор нанести надо, правда. Все, отлично. Во, видите, здание сразу сработало. Принести костюм и скряги. Еще нам надо скряги 7... Когтей химеры на дыба. Сейчас в баре я их настреляю. Ну все, ребята, химеры все спят и в баре, и в темной доли, короче говоря, с помощью нашего, нашей турельки. Давай, братан, любитель магии, принес я тебе когти. Вах, повешу на стену, аура будет положительная. Аура? Слушай, кури меньше, и аура чище будет. Да, жену свою... Учи щи варить. Подходи, когда захочешь на кордон смотаться. Ладно, пока мне нафиг это не надо. Давай, вот тебе костюмчики нашел, братан. Ха-ха-ха, а свойства какие? Ну, блин, позволяет поднимать дополнительно 220 кг. Но сами тяжелые, да и вредные воздействия из-за них усиливаются. Хорошо, спасибо, оставь себе один, может пригодится. Да и рецептик запиши. Способ арт-преобразований, кристалл из трамплина. Тьфу ты, елки-моталки. Что у тебя еще тут-то? Спасибо за гравикостюм. Нужная вещь. Да на здоровье. Есть еще у меня классная пушка. Но не знаю, может, можешь ли ты ею пользоваться. Докажи мне, что ты достаточно опытен. И я тебе ее отдам. Просто так. Для этого тебе нужно всего лишь накопить 2 миллиона денег и прийти с ними ко мне. Охренеть. У-ху-ху. Хорошо, надеюсь, эта пушка стоит таких усилий. Офигеть, 2 ляма, где их взять-то? Я тут к гавру готовился и все бабло потратил нафиг. Еще этот Лукаш просил же бабки, я же ему отдал, ё-моё. Вот это да. А, ладно, да пошел ты, короче, в баню, 2 миллиона, ну ладно, потом, я тебе потом к концу игры насобираю. Что у нас теперь тут-то играет у нас? Зарядка, я не знаю, какая зарядка в обед нафиг? Утренняя зарядка, пошли в баню. Так, шурупий, давай этот огнемет ты уже должен был починить. Опа, меченый, что тебе? Ты реально думаешь... Что уже можно было закончить? Вот если бы ты пил, Миша, меньше, давно бы уже закончил. Ладно, хрен с тобой, работай, зайду позже. Ты же сказал, через сутки, придурок. Пришлось, ребята, на монолит посмотреть. Ну, конечно же, во сне. Да монолит нам еще когда Китай пешком. Так, ну что там с моим огнеметом-то? О, а вот и счастливый владелец огнемета приплелся. Да неужели? Думал, не дождусь от тебя нормальной работы. Выглядишь неплохо. Давай, спасибо тебе. Погоди, шустрый ты какой. Договаривались же, 30 штук за работу давай, забыл? Чё, совсем мозг пропил? Речь шла о 25 тысячах. Или мне силой пробудить тебе память? То, у меня чё, 25 тысяч было? Ха-ха, ты не кипятись. Пусть будет 25 штук. Держи свой огнемет. Теперь ты можешь зажигать, ха-ха, все, успехов. Да еще один момент. Тутошнего баллона тебе хватит где-то на минуту непрерывного палева. Как кончится, приходи, перезаряжу за скромное вознаграждение. Там не все так просто. Так что запоминай, для этого мне нужны канистра с топливом и баллон с тьфу-тьфу, как его там, коллоидным газом. Вот. Или я все сам добуду, но тогда это будет прилично стоить. Офигел ты совсем на минуту. Какую минуту? С чем баллон, прости? И где хоть все это искать примерно? Я тут все канистры твои попалил. Коллоид какой? Коллоид какой-то там. Ну, очкарики ученые наши таскали в зоны его для экспериментов своих. Думаю, для горючей смеси он в самый раз подойдет. За этим советую наведаться на Агропром. Например. Да и мало ли куда их успели
растащить по зоне. Можно найти хрен знает где еще. Так что лучше ищи. Запомнил? Канистру с топливом, баллон с этим чудным коллоидом. Ёлки-палки, коллоид, блядь. Как дать бить это по башке этим коллоидом? Да, ладно, все понял. Спасибо еще раз. Теперь можешь напиться. Он же балбес, а. Кстати, у нас тут ребята пока спал, выброс произошел. О, и не получились неправильные вороны, которые летают неправильно, наверное. Что-то они не поднимаются нифига. И неправильно для повара они сделаны. Все, короче, получили мы свой гравий-костюм. Получили мы свой огнемет. Так, а что это гравий-костюм-то дает? 220 кг весу. Ну-ка, зарядку сделаем. Зарядить. По полной программе. Так, на 12 часов хватит. И что теперь мы можем таскать? Ух, нихрена себе. Вот это классная штука, ребята. 220 кг плюс. Красотища. Так, где-то у нас тут, по-моему, гавр стоял. Гаврик. Гавр стоит. Стоит, зараза. Собака. Ну, с гавром, ребята, мы уже будем, наверное, общаться с вами в следующей серии. Потому что тут непонятно, надо, наверное, все свои шматье куда-то делать тычку. А на этом, ребята, эту серию хочу закончить. Всем спасибо, кто смотрел меня. Всем, кому не досталось анаши, ставьте лайк. А на этом хочу попрощаться со всеми. С вами был я, Старый Сталк. А пока, ребята, всем пока. И до встречи в зоне. It's my...